Вроде как никаких отставаний нет. Пока. Пока. Да ладно. Вау. Так, а кто, Михаил на Синдл играет, да? Да, да. Я надеюсь, все пройдет как по маслечку. Просто Синдл это... Синдл, наверное, страшный сон. Ну да, это точно. Начинается. И у кого из них? Пока непонятно. А, ну нормально. Так. Китайчика немножко. Повыше. Инк. Так, ну давайте будем болеть. Не, ну вот с таким Дженкинджем я бы сыграл, конечно. Так, так. Оба. Вау, разносит. Угу. Так, так. Интересненько. Интересный геймплей у китайчика. Кстати, Брэдис, вперед 4. Вперед 4-3, по-моему. У Синдл. Второй удар низкий или сверху? Блин, я не знаю. Я с Синдл вообще вот не играл. Вот этот низкий или сверху? Вот я думаю, блин, уже понял. Сверху, по-моему, нет? Нет, он низкий как низкий раз. Низкий как раз? Именно это всех ловит. Да, точно. Я просто тоже ее ловлю частенько. Так, сейчас добьет. Ой-ой-ой. Ух ты, перепрыгнул. То есть, получается, ты думаешь, что это удар сверху, встаешь, а он низкий. Точняк, точняк. Ну, блин, в лиге я попадался. О, вот, молодец. Наказал. Но он, да, он очень жестко наказывается, то есть там... Да, я потом репкой тоже как-то наказывал, не помню только как. По-моему, через единичку потом. Как раз перед падением Синдл. Как-то выходило у меня. Блин, капец он прессит. Ты это заметил? Китайчик, да, молодец. Что еще делать на Джонни Кейдж? Офигеть. Ну, просто я офигеваю немножко. До смерти. Ой-ой-ой. Вот это да. Я вот как бы с Джонни Кейджем играл, вот мне еще надо было делать. Ну да, согласен. Первая бруталка. Нет, вообще вторая, первую тебе сделали. Ну, мне ладно, мне простительно. Кстати, терпеть не могу эту бруталити, потому что оно настолько затянутое. Да, вот да, бы, фишка бруталити, ты быстро заканчиваешь и быстро выходишь. Ну да. А это, я не знаю, не вот, я говорю, вот у Джонни Кейджа, я уже про это говорил, да, что его настолько, вот его, блин, самым мерзким здесь сделали. Ну, его каждую часть делают самым мерзким. Да, хотя бесючий. Хотя именно по части затягивания времени в 11-й был Джокер. А, ну да, да. Но самый мерзкий все равно Джонни Кейдж. Кстати, а что скажешь насчет того, чтобы... То есть в бою еще вроде нормально, а вот в меню и везде у меня просто жесть что. Ага, интересненько. Ну этот играет в Ван Кан. Эх, блин, это же наказывается. Все время. МК-11. Ну да, я говорю, вот с этим, вот с таким я бы сыграл, Джонни Кейджем. Красиво. Ух ты! Миха раздает, смотри, еще как. Вау! Вау! Оверхеды только так летят. Смотри! Нет, Барака в этом плане... Нет, как бы Синдл, это персонаж, он, скажем, не это. Он просто так, наверное, взял. Попробовать. Синдл больше такой, ну, как бы сказать, менее народный, что ли, менее пивной такой персонаж. Да, да, есть такое. Просто не играть надо. Да, согласен с тобой. Барака в этом плане, он более, то есть, у тебя удары работают, ну, как на автомате. Как должны работать, да. Ну, типа, можно глупость нажать и все равно пойдет. Ух ты. То есть вот этот удар, я не знаю, какая-то тройка, я не знаю, вперед три или назад три. У Бараки? Вот этот. Вот это да, вот, да. Который вообще какой-то фиг двойной удар. Да. Это удар, это просто что-то с чем-то. Да. Потому что, во-первых, он всегда ломает броню. Да. Потому что у тебя слишком быстро два удара проходит. Это, наверное, лучший удар, который ломает броню в игре. Капец, 1-1 уже. Так, что тут фаталка будет? Я уже думал. Лучший удар, говорит, King U. Лао, который ломает броню.
Это типа какой-то... А, этот что ли, когда он тройкой? Ногу задирает да-да. Вверх в шпагат и еще раз, и потом на бошку опускает? Да, по-моему, 3 или 3-3. Я не знаю, как он вводится. Да, я тебе говорю. Но он еще, по-моему, один удар низкий, второй сверху, что ли, еще там еще... Оверхед. Успеть сесть, успеть встать, да. Да. Но этот не просто ломать броню, этот вообще просто ломать. О, air to air. Так, так, так. Так, что-то спешилы никакие не делает Миха. Страйкера перебивает. У того удара, кстати, там Кинг, может, напишет. У того удара у него, по-моему, еще и минус никакой, то есть его не накажешь. Типа ты встаешь, блокируешь, и все, и дальше стоишь в блоке или сидишь. У кого именно? У Кунлао. Ну, вот а, да. Он, ну да, да. Вверх, так и есть. Так и есть. Обожаю быть мной. Вот. Все, что нужно знать о Джонни Кейдже. Ох, наказать можно было. О-о. Ах, помешал сам себе. За счет всё, страйкера. Я на месте вроде как. Хорошо. Отлично. Так, так, китайчик. О, ФБшку зажимает. Бам. Брейкэвэй. Толпа кричит Джонни. Я, короче, написал. Ух ты! Спрашивал Лао плюс один. Да, мы видели. Он плюс один. А, он, вот этот вот шпагат ногой, он еще и плюс один? Да. Вот и двойной прыжок. Двойной антиэр. У Михи. Ух ты, скомбил со страйкером. 222 урон. А он прикольно играет, слушай. Да, согласен. Я даже некоторые атаки бараки не знал. Что там, тибэги были или что это? Это, Кинг, я вчера играл с одной Мелиной. Ой, я слышал. 2-1. Он вообще, короче, ни одного удара, который я у Мелины знаю, не нажал. Да ну. Ух, я уж думал, фуф. А, Кристина, спасибо, желаю. Так, а это сколько? Это 2-1, что ли, сейчас? Да, 2-1 в пользу Михи. Да. Ух ты, ну, хорош, кажется, хорош. Живет до своей игры. Вау, вау, что творит китайчик, посмотрите на это. Вау. Ну наказывай, нет. Кстати, в этом в первом Mortal Kombat это тычку не с одним спецприемом, этот фото не с одним ударом склеить, что ли, нельзя. Потому что я по привычке нажимаю, ну как в 11-м, нажимаю тычку, дальше какую-то серию. А нифига они не склеиваются. Угу. Если склеиваются, комбиться, что ли? Ну то есть в 11-м как было, допустим, если противник сидит без блока, ты жмешь тычку и потом высокий удар. И типа из-за того, что у тебя плюс есть, ты попадаешь как бы высоким ударом. А, Джейл. А здесь что-то такого нифига нет. Нет, Джейл есть, например, Куанчи. 1-2-2, например. Нет, он про тычки говорит. А, про тычки. Но здесь, просто по-моему, есть. Надо хорошо. Да-да-да. Это типа ты нажал тычку, а потом, например, быструю серию какую-то. А потом, какую-то. Например, двойку или там единицу, да. По-моему, есть, но я почему-то ее не могу делать. Не всегда. Так, 2-2 у нас. Спасибо, Аниру, что следишь. Тычка ФБ не залетает, нет? Нет. Спецприемы ни один не клеится к тычке. Я не знаю, это намеренно так сделали или как. А, ты это имеешь, что нет, по-моему, нет. Нет, он не это имел в виду, он просто другой, про другой. В Injustice, кстати, комбились тычки. Типа тычка спешл.
Да. И потом на камбу. Прием, да. Но только смысл в том, что если в 11-м я проверял, если ты после тычки блокируешь, то спецприем заблокируется. Ну да. В Injustice комбить можно было. Флэш так комбит прикольно. У него так лоу-серия с тычками нажимается. Но в 11-й было же тоже так, что ты можешь, например, нажать, например, скажем, на сабе, там, вниз один, потом вздымающийся лед, и потом, может быть, еще комбу сделать. Но тут, по-моему, но они, так нет. Они не комбятся, они не соединяются друг с другом. Да-да, вот я это имею в виду. Опять лаги. Блин, Михаил, лучше бы ты на бараке играл, конечно. Согласен. Ой-ой-ой. Кто вместо, вместо того, чтобы играть на бараке, они играют на наших нервах. Согласен. Ой-ой-ой, 900. Ладно, на наших нервах. 900 пинг. Еще и время тянется. Я говорю, вот просто вот сколько ожидания? А я говорю, рано или поздно все равно это надо пройти. Да, но только понимаешь, сейчас у нас в очереди... А, блин, я не могу посмотреть, потому что мне счет открыт. Ну, короче, у нас в очереди сколько? Два точно боя? А сейчас они уже были пройдены. Ух ты. Хорошо сделал китайчик. Красавец. Парни, а вы сильно против тибегов? Против кого? Ну так, есть люди, наверное. Ну я вообще да. А мне в этом турике типа пофиг. Ну все, хорошо. Я тогда Сане больше верю. Да. Так, наказания не было. Оба. Ой, хорош китайчик. Какие-никакие, но хорошие. О, красивые делают камбухи. Блин, тут надо было выходить. Ой-ой-ой. Миха тоже делает нормально. А, он хочет там в бруталку, походу, сделать. Есть ли такое? Окей же. Знаете, что сейчас самое обидное? Что? Но никто из них не вылетел сейчас. Да. Нам потом опять ебаться с пингом придется. Так, кто у нас следующий, Серега? Крейн и Приюр. Вот, так, например, тогда. Да, китайчик тогда с Михаилом уходите выходит. Оба. Да. Спасибо, молодцы, хорошо сыграли. Китайчик дальше проходит. А Михаил, получается, в лузера, да? Михаил, не уходи, у тебя еще есть все шансы. На самом деле нет, но. Так, я сейчас приглашу.